Привет, это Камчатка с Александром Петровым. 7 часов утра, вышел выгулять собаку. Сегодня будет длинный день. Сегодня нужно съездить на почту, забрать две пришедших посылки с адаптером для никоновских объективов на беззеркальную камеру Sony и с микрофоном, с накамерным микрофоном. Вот, кстати, сейчас звук пишется на встроенный микрофон камеры Sony 6300. А потом мы сравним, как будет писаться на улице звук с этим самым микрофоном. Вот так вот я прогуливаюсь вокруг своей деревни. Не знаю, сбылись ли мои ожидания. Посылки пришли. Но похоже, что адаптера для никоновского объектива там нету. Пришло что-то другое. Поэтому посмотрим, что же мне прислали. Посылка из Воронежской области. Это книга. Это книга. Я время от времени заказываю книги, поэтому посмотрим, что именно пришло на этот раз. Замечательно. Совершенно замечательная книга. «Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки». Достаточно редкое издание. Это научное издание. Оно выпущено в свет. Главная редакция восточной литературы в издательство «Наука» в 1974 году. Здесь собрано устное повествовательное творчество коренных народов Камчатки и Чукотки. Вот такая замечательная книга. Теперь посмотрим, что пришло во второй посылке. Да, вскрыть такую коробку сложновато. Нет, оказалось, нет, не сложно. Вот это и есть накамерный микрофон. Видеомик Rode. Его аккуратно вытащу. Вот он. Напоминаю, что сейчас звук пишется на встроенный микрофон камеры Sony Alpha 6300. Скоро попробую, как звучит вот такой микрофон. Это была утренняя распаковка двух посылок. Вот так выглядит камера с микрофоном. Посмотрим, как он будет работать. Но внешне смотрится красиво и впечатляюще.
Вот смотрите. Теперь звук пишется на встроенный микрофон. Потом, во время монтажа, послушаю, ощутима ли разница. Сейчас я записываю звук на выносной микрофон Rode. Пока не могу сказать, изменится качество звука, станет он лучше, станет он хуже. Надеюсь, что станет лучше. В общем, послушаем, что у нас получится. Теперь мы немножко пустим время вспять. Сейчас поздний вечер, Халаптырский пляж, температура плюс 10 градусов по шкале Цельсия, хотя утром, когда я гулял с собакой, температура была 22 градуса, а в обед 28. Почему пустим время вспять? Потому что чуть позже, через несколько секунд, я покажу то, что происходило раньше, в обед. А в обед происходило вот что. Я съездил к известному писателю, поэту, заслуженному врачу России, почетному гражданину Петропавловска, Леониду Александровичу Грачеву. Съездил я к нему для того, чтобы закончить редактирование книги его воспоминаний «С мячом и скальпелем», которая вскоре выйдет в свет, в издательстве «Новая книга» в серии «Камчатские биографии». Доктор Грачев прославился тем, что в стихах воспел генеалогию бывшего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. Хотите узнать генеалогию Обамы? Предоставим слово самому доктору. Предисловие говорить какое-то не надо? Да не, ничего не надо. Что я это наизусть не помню, а так читай. Так, у меня прическа нормальная? Нормальная. Крестик надо спрятать. Так это все пишется уже. Ты, сволочь, меня записываешь, да? Ты предатель. Порошенко, мерзкий гад, накормить детишек рад. Не конфеткой шоколадной, а ракетой типа «Град». Ах, Обама, ты барак, ну какой же ты дурак, на кого ты, обезьяна, поднимаешь свой кулак? Ты скажи, Барак Обама, кем была Обамы мама? Я отвечу вам, друзья, мамой стада обезьян. С криком «Слава Украине!» бьют по селам, городам Порошенко и другие. Отрыгнется вам Майдан. Я так не думаю, я не хочу так думать. Цены выросли на гречку, доллар вверх, а рубль вниз. Не боли мое сердечко, ведь такая нонче жизнь. Обращается с посланием к россиянам президент. Крым опять сегодня с нами, а Аляска пока нет. Наш народ не разумеет и никак он не поймет. Баррель нефти дешевеет, а бензин наоборот. Петропавловск на Камчатке, не Самара городов. Я на днях из-под лавины еле ноги уволок. Дорогая, дорогая, дорогая жизнь моя, с каждым днем ты дорожаешь, нам не выйдешь ни фига. Раньше я мотался к туркам и в Египет, и в Синай, а теперь лишь паратунка по карману. Теплый край. Вот это вот великий датский поэт Камчатки, доктор Грачев, Леонид Александрович Грачев. Датский поэт, я датским не владею, но кое-что могу к датам написать. Да вы прямо наперсточник. Где какая? Thank you.
черный вулканический песок Халактырского пляжа. Вот он какой, этот черный песок. Тихий океан за моей спиною. Кажется, что еще нужно? Камчатка, вот она, Камчатка. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Даже если вы никогда в жизни не были на Халактырском пляже, не интересовались происхождением Барака Обамы и ничего не слышали о Камчатке, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.